Что? Ну, я ее ремонтировал. Сделать накормить. Я сегодня утром взял мой колост. Хорошо. 10 литров. Чего они пошли? Говорят, что это здорово, я не знаю. У меня еще надо не делать. Не говорю, но она не кормит вас. Что у меня там? Сыпушек могут нашли, гусята. Что там у вас? Цыплят. Не видели. Смотри, как пошли. Важное объявление будет сейчас сделать. Мне нужны абсолютно все люди, чтобы пришли на собрание. Нет? У нас 2 месяца у нас такие, а у вас месяц. Поближе ко мне, пошли сюда. Нет, нет. Центр, у нас контроллеры, у нас это пока, у нас есть и такие. Больше там задерживаются. Сколько мы кормим уже, сколько денег, загубили только денег. Там, ну, а сам же покупал. Ну, какие тогда, не понять, он перекупал. Они перекупы, они поэтому не понять, что у нас такие спальни, что вы запомнили. Ну, батюшка, иди поскорее маленько, это народ ждет. Это народ. Виталий, поближе. Поближе, разговор там не надо вести. Подходи, тут вопрос один важный. Так, ни одного слова, постарайтесь. Разговаривать еще не должны сидеть. Большая льгота вам. Значит, сегодня занятие с часу. Вчера объявили, что Игорь Глушков хотел просил пораньше. Я не знаю, кто как я поддержал эту идею, но она не прошла. Референдум. Батюшка все склоняет на свою сторону. Видишь, авторитет, батюшка, а наши повалили с тобой предложение. Голосование. Значит, на занятие придите. Мы сделаем так. Половина занятия, 1,5 часа занятия, если половина, а половина собрания. У меня очень большой для вас вопрос. Скажите, вот только все по-честному, как этот Федор говорил Карамазов, по-серьезному, есть Бог, Алешка, или нет? Вот так и здесь. Вот эту трассу сделали ездить. Хорошо это или плохо? Хорошо. Ну, кто не согласен с тем, что она здесь есть? А как было, так бы лучше было. Колеса по ступицу, чтобы... Нет. Ясное дело, что мы решили южный поднять. Там мы еще купались. Южный называется Хатапенский. Это конно-товарная ферма, это не человек. Здесь как? Андреашин, Лох. Андреашин был, он там рядом был. Все, Редкинский, по человеку. Потеряева поселились первое, Потеряева. Теперь дорога на Шарщина перерезана. Ее нету. Не проехать ни первый, ни второй мостик. У меня мысль, давно это была, восстановить. И положил я это на этот год. Но без вашего совета, помощи-то от вас никакой уж я не прошу. В прошлом году-то на трассе мы тут убивались, сколько месяцев было. Ни один не пришел, никто. Денег ни рубля не вложили. Главное, вы нам не мешали, как Куфаеву мы говорили. Главное, не препятствовали. И сейчас первый мостик стал мне вот так вот, шилом. Я не ожидал этого. Я нарисовал схему, макет покажу. Как сделать так, чтобы сделать один раз, и вода весной не прорывала, и можно было ездить круглый год, и чтобы корова ноги не ломала. Вот все совмести вместе. Предложения какие были, они не подходят. Давайте на столбы, как старый мост. Сегодня другая техника. Один бульдозер 17 тонн. Какие столбы? Ну, даже на асфальте весной то показывает не больше там 20 тонн. Я видел надписи такие. Асфальт государственный. А у нас не утрясено, не вибрировано. Что спрашивать? Мы осмотрели. Все мои планы пошли
не так. Я думал так. Если ничего нельзя, мы поговорили, что танки перевезли в белорусском там где-то потопе во время войны тайно, сделали плоты, утопили там, ну и сумели перевезти, немцы не ожидали. Это Рокоссовский, он очень был умный и хитрый. Решили так сделать, Игорь подсказал как. Ну зачем в стороне это делать, нам надо трассу. Я сразу отступился, посмотрел, мне думаю, это временное, надо сделать постоянное. Как? Игорь Барабаш советует как? Ну вот эта вот дорога, вот она идет дорога, и сделать так, чтобы она заходила до уровня воды, медленно поднималась, но вот это не размывалось, это как бы поднимается котловинку. Это во всех горах так, горы. Едешь, ну, «Кавказский пленник», фильм посмотрите, там ширина бывает метров даже 10. По камням, по булыжникам течет вода, и она разливается опять, и ничего она не размывает. Почему? Там камень, булыжники. Здесь-то не так. Я решил так, сделать 4,5 метра, я покажу это уже, я заготовил просто макет. На 10 метров. Ну сколько? 150 деревьев нам нужно. Клен. Мы все заготавливаем и заготавливаем. Но опять вопрос. Я-то думал так, там топь. Первый бульдозер пройдет, вдавит, а за первым мы сделаем хомуты и за верхние ряды ухватим. Не тут-то было. Там твердая земля, никакой топи нет, а просто жижа, грязь, ее весной сметет. И что у нас бревна, они их поднимет. Это плоты. Это несущая конструкция. На ней пушки перевозили, танки. То есть вода сильная пойдет весной, она поднимет и все наше унесет. Я решил сделать 3 этажа. Вот один раз наслать, там 50... по 4,5 метра. Второй раз. И все это скрепить между собою. Я начал дома схему делать и увидел. Не пойдет. Дерево не плотное. Дальше корова заходит. Она выметит все, а дерево останется. Нога попадает. Она передними и задними ногами. Ноги отломаны. Она не вынесет их оттуда. Коровы будут порушены. Отступился назад. Думал закреплять арматурой. То есть можно было бы сделать так. Который первый вариант говорил, строительного разного вот этого, ну, не гниющего мусора, я посчитал сколько, 50 кубометров надо, чтобы сделать, но весна многое унесет. Но как? Если это деревянное, то сверху точно так же как бы зацементировать. Это можно было, у нас время еще есть, заармировать вот это вот, чтобы оно не смывало. Но лежать-то будет на дереве, дерево такую силу имеет поднимать. Если бы были большие рельсы, с двух сторон положить как ограждение. Мы это не можем сделать. У вас переход, где железные дороги, там каждый год сжигают. Вы траву-то убираете весной, она не будет гореть. Теперь переход это сделать. Решили туда переход сделать, чтобы там какой ширины, а потом досками перила вам сделать переходить. Но за этим-то еще что-то стоит. Мы пошли на клены, искали, искали, нет. Но за 20 лет на том... На южном, южный тот называется, а там северный, Рыжковский. Мы нашли, которые наросли осины, а убирать надо. Трактор туда загоним. Выпилить надо. У Виктора отказала пила, нету. Попросил у Алеши Устинова. Порвалось все, мы опять сели. Ну вручную все делаем-то. Мы полуживые возвращаемся, уже работаем и работаем. Но нас немного. Володя с лагерем, я с ребятами. Как сделать? Даже готовые сейчас... Кто повезет туда? Их батюшка говорит, волоком увезем. Ну, 25 сантиметров, 20, это хорошие, прямые нашли. Это которые нарос новый лес. После того, как мы там делали, нас оттуда шугануло, тот подполковник был здесь. Там, может, стратегический кабель, говорит, на дне озера. А короче, давай, быстрее, все. Долго уже. Коротко, батюшка. Что делать? Покажем. 25 лет вы не думали, не торопились, а тут заторопился за 25 минут. Нехорошо. Ну, ну что ж, как деревья. Обдумать растут, как надо. Да, люди должны знать историю, некоторые не знают даже. 25 лет перерыло, ничего нету. Сделать можно. Что можно, это да, но как? Какие средства? Так, чтобы если мы сделаем, там прошел бульдозер и он не сломал. Где на второй мостик нельзя пробиться? Там мы знаем как, поднять плотину, два заслона сделаем на прорыве 10 метров, все это засаманить и дальше траншею эту углубить. И там самое большое озеро будет, это большое. Там вопросов не возникает, но вот здесь столкнулось все. И корова, и весенний паводок, и всплывающее дерево.
У меня сон пропал, я говорю, даже не верят люди. Закрепить это дерево за что? Закрепить дерево за что? За что? Ну, например, пасынок положить, к нему привязать. Пасынок для него ничего не стоит. Он, машины на нем на плоту плывут. Это дерево. Ну, как? Дерево — это подъемная сила, равна весу воды, вытесненная этим телом. Мы изучали это. Представь себе, если мы делаем в накат 34,5 метра, так 10, 45 квадратов, да и умножь теперь на трехслойный, да там можно трактор поднять. Закрепить не за что. А весна вода пойдет, вода подмоет под низ, она на дыбы все поставит, идет. Значит, здесь нужно делать основательно и крепко. Как, не знаю. Я и в интернет обратился, никто не знает. Ирригационные какие системы делают, там все проще. Корот нету. Я знаю, как жёлоб. Но как переходить? Потому что, чтобы ездить могла техника. Вот предложение так сделать скатом, чтобы зашел и вышел. Можно, но у нас ничего для этого нету. Даже вот батюшка сказал туда перенести. И то плиты, то другое. Уже в 10 тысяч становится. Переход сделать маленький. Сваи вбивать. 10 тысяч. А ведь это дело-то на не одного дня. Там размыто, и в глубину 40 сантиметров только мы нащупали лопатой. Вот сегодня я покажу вам это на макете, а вы пока помолитесь. Обратиться надо... Тут никого нету, Серафима-то ушла. Ее голос тоже важный. Когда у нас вот такие непредвиденные были обстоятельства, мы обращались к нашей маме, Марии Егоровне. И она давала совет, который мы не знали. Когда начали копать колодец, стенки стали лопаться, сороковку туда загнали, все вот так дугой выгинали. Мы вылезли оттуда из колодца и к маме. Что делать? Она подошла. Ох, детки, не здесь надо было делать. Свои эти псалтыри собрала и пошла молиться. Оттуда выходит и говорит, ничего не будет, копайте. Вот какое слово-то. Не в знании даже, а в другом, говорится, ракурсе. Об этом вот подумайте и как. Леша, ты представь нам счет за порванную, я вам рассчитаюсь. Хотя это делаем для всех, но это наш ущерб. Я его даже пилу-то не видал, что он приносил. Вопрос ясен? Берите, подумай. Андрюша, это Виталий. Виталий Устинов. Подумай тоже, какой совет дашь. Вот я сейчас маленькую загадку вам задам. Устинов Петр умер. Слышали, нет? Петр Устинов умер. Ну, Нерон. Не поняли, что это такое? Нерона, который играет. Это, который играет Нерона. Кама Гридеша. Он Оскара получал, он умер. Он играет. Петр Устинов. Русский. И у нас есть Петр Устинов. И люди сразу думают, как это так. Ну, все, чтобы об этом помолились. Мы на этой неделе ждем из Канады мальчика. Тоже, чтобы помолились. 30-го они уже должны быть здесь, в аэропорту. В лагерь едут. И группа одна из Екатеринбурга. С Барнаула вот приехали. Все. На занятия в один час приходите. Вам интересно будет. Купить где же пилу свою мощную. Вы бы, во-первых, трудно спасибо бы, а? Попилить я не могу. Ну что, у вас же парни вот. Вам парни это, я не знаю. Все-таки вы к дереву склоняетесь, да? Дерево там, по-моему... Дерево пока... Вообще не пока, вообще не там пойдет. Не нужно, не пойдет. Не пойдет. Вырвет у вас оттуда или камни вот эти бумажники. Вырвет, у меня же коровьи ноги будут попадать. Вот что мне... Не надо, и выломает они здесь. Камни надо. Вот как говорите, горные реки делают, надо делать вот так, с камнями. Возить, возить. Где-то там вот пойти, ну вот оттуда вот. Вы там не были ни разу. Там есть такие здания, там вот такие вот, и прям гулики. Ну, прям круглые. Да зачем прям отсюда можно проехать? А как?
Вы проедьте туда и посмотрите своими глазами. Проехать? Как на ту сторону линии-то? Зачем линии-то? С этой стороны все. Да, вокзал, который стоял, здание вокзала. Да, при чем здесь вокзал? Я имею в виду склады. А что надо? На складах. Камней, говорит, нету. Где на ту сторону линии? Никак не надо. Ну, камней-то возле лагеря-то у вас, камней-то там сколько? Ну, сколько? Ну, сколько? Ну, сколько надо там фундамент наковыряли уже сколько? А вы на чем строили-то? На этом и строили. Ну. А я тогда Ушакова попросил, он выковырнул. В общем, здесь надо вам съездить, или вместе давайте съездим. И там посмотрим сами. Я вам что покажу, что я видел. Что можно наковырять. Камней там много. И ими закидать. Какие большие камни не поднимешь? Надо как-то поднимать. Ну, куны, ну, не сильно большие, куном немножко. Сильно крупные нельзя. Вот эти же мы, эти квадратные бетонные фески, мы же навозили. Вот на один к одному не положишь. Тут будет ходить скотина, ей не запретишь. Все, сначала большие, как попало, навалить там сколько можно, а потом сверху мелочью. И оно тогда будет нормально. Ну, там думать все. Мелочь это выдует. Мелкость, такая вода у вас идет, я видел как тут. Витя снимал. Там ничего не будет. А дерева нет, дерева не появилось.